Здравствуйте! С вами Анна и мой канал Фишки-Солишки. Сегодня я расскажу вам о том, как отследить свою посылку, заказанную на AliExpress, а также покажу, какими приложениями для этого пользуюсь я. Что такое этот пресловутый трек-номер, где его найти, как скопировать, в общем, все, что к этому относится. Но прежде чем мы начнем, я бы хотела вас познакомить с группой ВКонтакте, которая называется «Твоя скидка». Ребята организовали такую группу для того, чтобы было удобно выбирать товары, подсказывать, где купоны. И также у них есть рейтинг активности участников. Вот вы его видите на экране. Здесь условия участия, то есть вы сами можете предлагать какие-то интересные товары, закидывать ссылки и за это можете даже получить приз 100, 200 или 300 рублей. То есть проявляйте активность и можете даже на этом чуть-чуть подзаработать. Смысл группы в том, чтобы делиться какими-то интересными находками на AliExpress, промокодами, купонами. Вот посмотрите, рюкзак, например, кого заинтересует, сразу есть ссылочка, детские игрушки. Ну, в общем, все, что относится к AliExpress и не только. Есть также вот эта игра «Сбить цену». Вы можете сбивать цену на какой-то предложенный товар с помощью своих друзей, отправляя им ссылку, и купить этот товар задешево. Я в этом пока не участвую, у меня не доходили руки, но я обязательно поучаствую и сниму вам отдельный ролик, как это все работает. У ребят есть не только AliExpress, они предлагают также и другие какие-то интересные моменты. Вот, например, музыка ВКонтакте, приложение, или, скажем, промокоды, которые вот они нашли, или, например, вот купон на AliExpress, или вот интернет-магазин Озон тоже что-то предлагает с какими-то скидками, интересными вещами. В общем, если вам интересна эта тема, если вы не хотите шастать в поисках, добро пожаловать, подписывайтесь. И также, конечно, делитесь собственными находками. Ссылочку вы, конечно, найдете под видео внизу в инфобоксе, как всегда. А сейчас давайте приступим к нашей теме – отслеживание посылок. Опытным пользователям на AliExpress хочу напомнить, что среди нас есть новички, которые еще многого не знают, и для них я буду рассказывать подробно. Итак, идем в мой профиль. После того, как вы сделали заказ, он появляется у вас вот здесь, ожидается отправка. Как только продавец его отправил, он присваивает ему трек-номер, и вы уже видите его вот здесь, ожидается подтверждение. Вот как раз после этого и можно узнать этот трек-номер. Нажимаем сюда и видим, вот, например, товар. Здесь есть кнопка отслеживания, жмем ее и переходим на страницу, где вам показывают, когда примерно должна дойти ваша посылка. Дальше ее краткий путь, то есть из Китая, таможня и до места назначения. Три точки. Дальше идет адрес и уже подробно, где находится посылка сейчас. Это происходит прямо на сайте AliExpress. Вы нажимаете «Подробнее» и можете посмотреть путь вашей посылки, где она сейчас, как она идет. Но, честно говоря, здесь информация идет медленнее, чем в приложениях, которые я вам покажу чуть позже. Но в большей степени на этой странице нас, конечно, интересует трек-номер. Обратите внимание, внизу трек-номер – это тот трек-номер, который продавец присвоил своей посылке. Бывает так, что появляется и второй трек-номер чуть позже, вот этот. Это значит, что ваша посылка вошла в сборную, то есть вы заказали несколько товаров и на китайской почте их объединили в одну, и вот уже под этим номером она придет к вам с остальными товарами. Нажимаем на кружочек голубой и копируем этот трек-номер. Он нам понадобится, чтобы отследить посылку в приложениях. Итак, первое приложение, которое я использую, это, конечно же, Почта России. Она удобна и не только для AliExpress, а вообще для любых посылок, которые вам идут. Сейчас я вам подробно расскажу. Вот смотрите, сборная посылка, я вижу по трек-номеру, две штуки уже дошли ко мне и ожидают меня на почте. Что я буду делать? Я нажимаю на эту посылку. И мы с вами смотрим.
сразу нам открывается страница, и вы видите штрих-код. Этот штрих-код очень важный. Сейчас я вам расскажу подробно, зачем он нужен. Прежде всего, всем россиянам я советую сходить на Почту России и зарегистрироваться там для того, чтобы получать посылки по удаленной системе. Что это такое? Я приду сейчас к оператору, покажу ему этот штрих-код, она отсканирует, и мне придет на телефон SMS-код, который я назову ей, и она мне отдаст мою посылку без всякого паспорта и извещения. Это удобно. Сейчас я нахожусь на даче, и получать сама посылки я не могу. Поэтому получает мой муж. Я просто делаю скриншот вот этого кода, и он идет, показывает этот штрих-код, мне приходит смс-оповещение, я ему сбрасываю код, и он получает за меня посылку. Также это делают мои друзья, которые через меня заказывают и могут свою посылку получить сами. Это очень удобно, я всем советую так сделать. В противном случае вам придется получать эту посылку только лично. Ну, а мы продолжаем изучать эту страницу. Здесь вы видите, до какого числа будет храниться ваша посылка на почте. 30 дней ее держит, потом отправляет обратно уже отправителю. Здесь адрес почтового отделения. До какого часа будет работать сегодня почтовое отделение? Можно самим подготовить квитанцию, распечатав на принтере. И также есть доставить до двери, то есть почтальон принесет вам ее домой. Смотрим, если мы выбираем доставку, значит час, по какому адресу, и здесь ваш номер телефона, и стоимость доставки 100 рублей. Ну, нажать «Заказать доставку», и почтальон вам ее, эту посылку принесет. Также здесь мы можем увидеть вес посылки, ее тип и за сколько она доставлена. Вернемся на главную страницу. Вы видите, что посылка подписана «Шланг». Я заказала шланг, вбила трек-номер, мне ее приложение нашло, и я ее сама переименовала. И буду следить, как у меня идет именно этот шланг, и когда придет посылка, я буду знать, что это. Вот здесь вы нажимаете и пишете все, что угодно. В общем, обзываете свою посылку по-всякому. Также бывает, что автоматически появляются номера, как, например, вот этот. Я понятия не имею, что это такое. Добавлено по совпадению номера телефона. Имя, фамилия тоже моя, и это ООО «Братство пивных странников». И она уже движется ко мне, и я не знаю, вернее, не знала, что это такое. Но, воспользовавшись другим приложением, которое я вам покажу далее, я теперь знаю, посылка дошла, распаковку вам покажу позже. Почему же мне недостаточно приложения Почты России? Вот смотрите, у этой посылки трек-номер такой, который не отслеживается Почтой России. Мы его копируем, вставляем в строку, где написано «Добавить или найти», и ищем эту посылку. В итоге приложение нам показывает, что не удалось добавить отправление, некорректный идентификатор и тому подобные вещи. Получается, что кроме как на AliExpress, где тоже все не очень информативно, я не могу посмотреть эту посылку. И тут мне на помощь приходит другое приложение, которое называется «Где посылка?». Вот посмотрите, я вбила этот же трек-номер сюда, и тут я вижу информацию о своей посылке. То есть я буду примерно представлять хотя бы, где она находится. Ну и, конечно, это очень удобно, когда посылки бросают просто в ящик, чтобы понимать, что там лежит и что мне пришло для того, чтобы подтвердить получение посылки, ведь я снимаю вам распаковки, поэтому все происходит чуть позже. Ну и, конечно, переименовать я ее тоже могу. А теперь смотрим. Вот эта неопознанная посылка, она мне доставлена. И чуть выше я вижу, из какого трек-номера она у меня появилась. Что здесь случилось и какой был трек-номер присвоен и какой стал. То есть именно благодаря этому приложению я поняла, что это такое ко мне пришло. Но повешу интригу и покажу вам в распаковке уже. Здесь смотрите, это трек-номер продавца, а вот здесь уже китайская почта поставила свой трек-номер, потому что эти две посылки объединили. Также произошло и здесь. Видите, это общий трек-номер.
Здесь также есть профиль, вот ваши посылки, архив. Что это такое? Те посылки, которые я уже получила, чтобы они мне не мешались, я отправляю в архив. Но в любой момент могу залезть и посмотреть. А нажав «Добавить посылку», автоматически скопированный вами трек-номер появляется вот здесь. Все, посылка найдена, и вы спокойно можете узнать, что к вам идет и когда оно дойдет и на каком этапе находится. А вот в Почте России как раз такого не было, чтобы посмотреть, что именно объединили, в какую посылку, и я не знала, что у меня находится в сборной посылке. Теперь я знаю. В общем, эти два приложения чудесно дополняют друг друга. По Почте России я могу получать посылки, знать их вес, в каком отделении, время и всю нужную информацию. А здесь можно узнать, какие объединили в сборные и тому подобные вещи. Ссылочки на эти оба приложения я также оставлю вам под видео в инфобоксе. Внимание, я оставлю вам по две ссылки на каждое. Одна будет для айфонов, а другая для телефонов, которые работают на Android. Так что скачивайте и пользуйтесь с удовольствием. Надеюсь, я охватила основные моменты. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте мне их в комментариях или можете прийти в Instagram ко мне в директ, и мы с вами поговорим лично, если у вас что-то там не получается. Ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, мое видео было вам полезным. А коли так, так подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой Instagram, там тоже много интересного. И всего вам хорошего!